А это Барби. Ой. Она прилетела на самолете. Вот чемодан. И на такси не надо платить, потому что ты мне принес, да? Но оно бесплатное, братик. Оно с резиной только для тебя. Такие эмоции ты хотел увидеть, ты А еще? Еще я купил лук, чтобы в тебя стрелять. Но это я тебе позже покажу. В смысле, в меня стрелять? Ты всегда говорил, нахуй тебе Барби, блядь. А ты постоянно все равно, ну... Нахуй мне, что мне, играть с этой игрушкой? Что мне делать? Мне 26 лет, блядь. Мне даже на днюху, блядь, игрушки подарили. Ёб твою мать. Мне тоже. Ты мне сам игрушки дарил на днюху. Не, мне, я тебе подарил дорогую хуйню вообще-то, блядь. Нормальную, ну, для коллекции. А не, блядь... Ладно, пизду. Не буду ничего говорить, блядь. Спасибо. За девочку.